В Новосибирской области появится группа общественного контроля за организацией и проведением выборов. Задач у общественников несколько. Мониторинговые группы, которые будут этими на контроле с нами и с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации контролировать ход выборов, делать свои замечания. Мы к ним будем обращаться, когда будут поступать какие-то, допустим, жалобы. Юристы, сотрудники избиркомов, наблюдатели обсудили, как сделать контроль за выборами общедоступным. Региональные мониторинговые группы будут не только контролировать ход избирательной кампании, но и информировать обо всем происходящем население. Это не каждый избиратель готов самостоятельно оценить, да, то есть он не всегда ориентируется, что происходит. И вот это такой инструмент общественного представления о том, как проходит та или иная избирательная кампания. Это может быть не только федеральная кампания, это, естественно, можно использовать и при проведении полномасштабных выборов на территории Новосибирской области.